Всем привет, меня зовут Раиль, и женскую половину человечества я хочу поздравить с наступающим праздником 8 марта и исполнить для вас песню «Люби меня, люби». Поехали. Непокорная моя любовь, любят не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли о тебе вслух. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби. Непокорная моя любовь, любят не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли о тебе вслух. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби. Друзья, вы только что прослушали мой кавер на песню «Гречки. Люби меня, люби». Будет полноценный разбор на эту песню, так что вы успеете разучить данную песню и исполнить на 8 марта любому человеку, кому захотите. Для этого прямо сейчас ставьте лайк, набираем несколько тысяч лайков, давайте 3000, чтобы это было быстрее. Я выпускаю полноценный разбор песни. Мы успеем до 8 марта это сделать. Ну а кто никогда в руках не держал гитару, для таких я снял обучающий курс по гитаре, а также по вокалу. Все вопросы, которые вы мне задаете, имеют ответ, и они находятся внизу в описании под видео. Кликайте, изучайте, и не забывайте ставить лайк и подписываться на Хижину Музыканта. До скорых встреч, пока!